Друзья, всем привет! Вы на канале «Возьми, сделай». В то время, когда наши грибочки, наши блоки растут, зарастают, у нас растет наша рассада. Вот, можете наблюдать нашу рассаду. Помидорки, огурчики и перчики. Ребят, смотрите. Значит, вытянулась рассада. Вот в одинаковых условиях стоят помидоры. Один сорт и другой сорт, два разных сорта, но один сорт тянется больше, чем второй. Вот я не знаю, чем это связано, температура, ну, короче, условия одинаковые. Вот, опыт по выращиванию рассады у меня, я не скажу, что большой, ну, такой, маленький опыт есть. Вот, значит, в прошлом году я выращивал рассаду беспикировочным способом, вот в ящиках, вот так. Значит, мне очень понравилось это, и я решил это повторить снова и снова. Значит, держится, что это обозначает? Значит, в этих ящиках держится рассада с самой высадки в теплицу. Это, все это выращивается для теплички. Значит, ну вот потянулась моя рассада. Вот что с ней делать? Ну, в принципе, много чего кто знает, что с ней делать. Правильно ухаживать надо, да? Освещение нужно. Ну, я же говорю, то, что в одинаковых условиях стоит одна рассада нормально растет, другая рассада не очень хорошо растет. Значит, что я предлагаю? Значит, изначально я ящики наполнил грунтом не полностью. И полиэтилен, который стелил в ящик, делал, ну, короче, с запасом сделал. Сделано это было для того, что если, как в моем случае, рассада вытянется, я могу подсыпать грунта земельки. Вот. Рассада дополнительно пустит дополнительные корешки. И, ну, то есть комфортнее будет так развиваться. Ну, устойчивее будет, да? Так, что надо сделать? Что я буду делать? Сейчас я, ну, тут я уже взрыхлил немножко вот этот грунт, который тут слеженный был. Ну, вообще, как бы, надо постоянно вырыхлить. Вот, взрыхлил, да? И теперь я беру обычную земельку, ну, земельку приготовленную, там, что тут у меня, там, песок, опилочек немножко, ну, короче, всего по чуть-чуть, но в основном это чернозем. Вот хочу сейчас, остается много кофе после утренних приемов, самый любимый, я хочу его смешать с этим грунтом, тоже посмотреть, как рассада будет реагировать на это все дело. Кофе у меня цветы любят, может быть, рассада полюбит. О, накопилось. Ну вот, смешиваем кофе с грунтиком. Я думаю, что будет лучше так. Так, смешали. И теперь будем подсыпать это все дело.
Вот. Закончили мы подсыпочку. Насыпали хороший слой земли сантимов. Не знаю сколько там. 3-4 до 5. Вот. Ну что дальше? Что дальше? Дальше они будут сами по себе расти. Сейчас грунт у меня влажный. Я не буду сейчас поливать. Полью чуть-чуть попозже. Не просто водичкой, а вот гумат калия. Короче, концентрат какой-то. Ну как бы гумат калия. НПК 5-10-15. Значит, на 2-литровую бутылочку я добавлю чайную ложку. Размешаю теплой водичкой. И буду понемножку здесь поливать. Вот. И будем следить за нашим, за развитием наших красивых помидорок. Вот, теперь они будут себя чувствовать еще лучше, чем чувствовали. Так, ну такая вот информация. Вот с огурцами, у меня есть вот огурцы, тоже подтянутые. С огурцами тоже такая история. Можно подсыпать так. Вот я с самого начала, вот если вот так наполнить стаканчик земелькой, то можно, если вытянется, подсыпать просто потом грунт. Но как видите, я немножко при это самое подзабылся, что ли, и насыпал много грунта. Они мне вытянулись, и в следующем видео я вам расскажу, как я выйду из этой ситуации. Именно что грунта подсыпать некуда, а рассада тянется. Что можно сделать? Ну все, дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайкосики. Вот по рассаде можете мне кучу советов давать, потому что опыта у меня такого большого нету по выращиванию. То, что сам себе делал, сам себе выращивал, это все знаю. Пишите, советуйте, комментируйте, буду рад всем советам. Все, всем пока, до встречи в новом видео.